ушел великий политик. Такой сегодня заканчивается эпоха Горбачева. Она заканчивается сегодня, а не в 90-м году. И не мог не прийти сегодня. Дань отдать Михаил Сергеевич. Мы получили какой-то глоток свободы. И, в общем, благодарность испытываю за то, что он подарил нам и гласность, и плюрализм, и мир. В общем-то, мы, как сказать, ушли от железного занавеса. У нас появилась надежда, в общем-то, он нам дал надежду. Закончился.